чем же заключается сила, которая смогла создать сегодняшний медицинский центр Сеул-Асан? Безопасное лечение высокого уровня, признанное всем миром. Оптимизированные медицинские технологии и образование с обменом опыта. Исследования для устойчивого развития медицины. А также стремление предоставить самые лучшие медицинские услуги для всех без какой-либо дискриминации. Мы поднимаем ценность медицины Республики Корея и вносим свой вклад для здоровой жизни человечества. Под концепцией «помогать наиболее нуждающимся в нашем обществе» Фонд социального обеспечения «Асан» построил больницы, оснащенные современными технологиями, в самых бедных сельских районах и одним из первых начал реализацию медицинской помощи местному населению. Медицинский центр Сеул-Асан, созданный Фондом социального обеспечения в 1989 году, являясь движущей силой не только социального обеспечения, но и развития медицины Кореи, смог стать мировой клиникой, представляющей Республику Корея. Среднее количество амбулаторных пациентов составляет 12 тысяч человек в день. Постоянная занятость – 2700 мест в стационаре. Ежегодно проводится около 60 тысяч сложнейших операций. Все это дает надежду для тяжелобольных в стране и за рубежом. Клиника, в которой хорошо проводятся операции. И самая уважаемая клиника в стране. Клиника вносит большой вклад в развитие медицины на основе высокого медицинского уровня и системы лечения, в центре которого всегда стоит пациент. Центр трансплантации органов медицинский центр Сеула-Асан обладает мировым рекордом по проведению операции по трансплантации печени и самым высоким показателем выживаемости после операции. После первой в стране успешной операции по трансплантации сердца в 1992 году центр проводит больше половины операций по пересадке сердца в стране. Кроме того, центр демонстрирует выдающиеся результаты в области трансплантации почек и поджелудочной железы. А палата интенсивной терапии мирового уровня обеспечивает проведение сложнейших операций и лечения, чем еще больше повышает уровень доверия – медицинский центр Сеул-Асан. Ведущий в области кардиологии в стране и за рубежом кардиологический центр клиники проводит лечение и диагностику сердечно-сосудистых заболеваний, предоставляет специализированные дифференцированные медицинские услуги, начиная от профилактики и до реабилитации. Ведущий онкологический центр, предоставляющий индивидуализированное лечение онкологических заболеваний. На основе системы комплексного лечения предоставляется лечение для одного пациента специалистами разных сфер. Проводится самое оптимизированное лечение, специализированное для каждого пациента. Педиатрический центр предоставляет персонализированное лечение под каждый возраст, начиная от рождения до подросткового возраста. Самый высокий медицинский уровень медицинского центра Сеул-Асан. Еще большего развития медицинский центр Сеул-Асан смог добиться через образование. Играя роль образовательной клиники медицинского колледжа университета Ульсан, он расширяет шансы получения надлежащего образования для укрепления потенциала специальности. Также осуществляются программы повышения квалификации за рубежом для медсестер и сотрудников клиники. Проводятся постоянные мероприятия для повышения деловых навыков всего персонала больницы. Мировая образовательная деятельность медицинского центра Сеул-Асан является одной из частью проекта «Асан внутри Азии», по которой проводится обучение местного медперсонала, знакомство с медицинскими технологиями, волонтерская деятельность, предоставляется поддержка для достижения медицинской независимости азиатских стран. Движущая сила следующего поколения – медицинский центр Сеул-Асан. Биотехнологический центр Асан. Вместе с отечественными и зарубежными научно-исследовательскими организациями и предприятиями разработан медиакластер, реализующий на практике в одной платформе базовые посреднические клинические исследования и их результаты. На основе лучших исследовательских кадров и богатых клинических ресурсов проводятся ключевые исследования будущей биопромышленности и подготовка основы большого будущего – медицинский центр Сеул-Асан.
мы ведем за собой мир. Дух Асана, благотворительности и преданности. Медицинский центр Сеул Асан один из первых отправился на поиски беднейших сельских районов и нуждающихся для предоставления им медицинской помощи. И теперь этот прекрасный путь направлен в село под названием Мир. Через социальную помощь, вышедшую за пределы страны, вместе с концепцией управления взаимной доверительности, мы реализуем концепции уважения к жизни и любви к человеку. Технологии, ведущие за собой медицину Республики Корея и еще большей любовью, вместе распахнем двери будущей мировой медицины. Передовые медицинские технологии – большая любовь. Медицинский центр «Сеул Асан».